Ну у кого ты еще такой эксклюзив найдешь? Ну привет тебе, робот! Счастливого пути. Киберкась Продакшн представляет. Привет тебе по ту сторону монитора. Это я, Киберкась, сразу без ушей. И когда Киберкась уехали делать, он идет снимать ролик. Дата знаменательная. Я тут собираюсь в Мустамяе себе хату снимать. Договорился с маклером. Буду смотреть сразу две. Окончательно укоренюсь в Таллине. Трепещи Таллин. Скоро все станете киберкасями. Всех покусаем. Вот. Но так уж вышло, что я приехал на час раньше. Поэтому давай-ка я тебе в 4К 30 FPS покажу конечную остановку троллейбуса Мустамяе. Снимем 10-минутный ролик. Можешь со мной? Тогда пошли. Но для начала мы попробуем не сдавиться автобусом, вроде мне это удалось, что не может не радовать. Ну и пошли посмотрим. Вот тут тусят троллейбусы. Мустамяе — это район троллейбусов. Собственно, только в Мустамяе троллейбусы и есть. Троллейбусы — штука специфическая. Потому что если трамваи — это экотранспорт, который нас всех спасет, не спасет, конечно, но он всем это верит. Кроме меня, наверное. То троллейбусы — это какая-то непонятная рогатая штука, которая вроде как и электрическая, но какую-нибудь серьезную аварию объехать не может, в пробках стоит наравне со всеми, и поэтому зачем нужен, в принципе, непонятно. Вот, соответственно, на данный момент у правительства решение такое, то есть они у нас, соответственно, просто те троллейбусы, которые ездят, они пусть ездят. А новые не покупают. Троллейбусы у нас фирмы Solaris, такие же, как и автобусы. Но чисто технически этот троллейбус может просуществовать, ну, лет 60, наверное. Если его особо на части не рвать. Вот здесь, кстати, хорошая штука. Видимо, поскольку это Академия Т, это какая-то часть университета. Это что, кресла, что ли, такие? Прям интересно стало. Давай посмотрим. Здесь явно столы для пинг-понга, да, походу кресла. А из чего они сделаны? У меня подозрение, что из камня. Сейчас проверим. Но сомнительное удовольствие. Но вообще красиво. О, мне тут уже нравится. Давай-ка прогуляемся. Фиг с ними, с троллейбусами. Что ты, рогатых не видел? И не надо. Давай сюда залезем. Если мне повезет, то я буду тут жить. Потому что я смотрю две квартиры, одна в этом доме, а другая там через дом. Про первую, которую мы будем смотреть, я не слышал. А вторая мне очень понравилась. Шезлонги. Блин, прикольно. Вообще прикольно. А здесь, вон, видишь, какой интересный дом. Железный. Но это, насколько я понимаю, это Таллинский университет и что-то подобное. О, нормально студенты отдыхают. Ладно, сегодня заваливаться не будем. Давай вернемся, все-таки покажу тебе троллейбусы. Ну, вообще прикольно, конечно, красиво тут. Это не самая темная сторона Эстонии. А там что-то написано, вероятно. Здоровенные буквы. С этой стороны не видно. Я не был бы в Киберкасе, если бы не заходил бы сзаду. Ну, извиняйте. По-другому оно не умеем. Ну, чтобы водитель в кадр не попадал, а так троллейбус сниму. Это гармошка. Вон у него рога. Гармошка — это, насколько я помню, тройка. А другие троллейбусы, вообще они с единицы до пятерки. Это обычно, ну, обычные, да, вон. Не гармошки, соответственно. Ну, давай прогуляемся, покажу. Там у нас вроде действующая ТЭЦ. Ну, то есть электричество вырабатывает. О, нам повезло. А куда он едет? А, ну вот, не повезло. Видишь, робот? Это робот-доставщик. Толку от этого робота-доставщика абсолютно ноль, но весело. Потому что он ездит типа по пешеходным дорожкам
со скоростью 6 км в час, чтобы никого не пугать. Ну и даже при скромных размерах Таллина, при скорости 6 км в час, я думаю, ты успеешь сдохнуть с голоду раньше, чем он тебе что-то привезет. Вот здесь у нас троллейбусная стрелка. Видишь, как это все расходится? И отстойник, да? Вот стрелка — это где у троллейбуса расходятся его эти рога. Интересная штука. Давай как-нибудь цивильно это обойдем. Так, троллейбус не видно. Больше сюда, по идее, ничего не едет. Меня интересует, что вот это вот за здание. Ну и покажу тебе еще маленькие троллейбусы, которые стоят. А, ну да, точно. Еще единица, она тоже большая. А это, видимо, здание, где тусуются водители троллейбуса. Потому что на нем никаких опознавательных знаков, но я думаю, что кому надо, тот знает, что это за здание. А вон там у нас пошел на круг маленький, по-моему, троллейбус, да? И, кстати, смотри, вот эта вот машина, я думаю, она не просто тут стоит, это, вероятно, техпомощь троллейбусная. Ну, собственно, и все. Это такая маленькая остановочка, тусовка троллейбусов. Ну что, пойдем еще прогуляемся? Давай вон куда-нибудь туда, в сторону электростанции пройдем. Там вроде проходная, туда нас вряд ли пустят. Усы, лапы и хвост тут не прокатят. О, еще один на поворот пошел. Вон их тут сколько тусят. Тут расходятся. Но троллейбусы ездят только в Бустамяе. Если тебе интересно, то Копли — это трамвайная территория. Туда ездит трамвай. Вот. Еще трамваи ездят, ну, это Таллин-Ими получается. А в Ласномяе, самый крупный район, где я пока что живу, туда ездят только автобусы. Так, ну давай дойдем до проходной, посмотрим на этот университет. Интересно же. Что передо мной сейчас, я не знаю, пишите в комментариях. Выглядит это, конечно, все прикольно. Я тебе панораму покажу. Вот там пятый автобус приехал. Вот этот вот автобус Солярис. Ну, вообще, как бы польский, но это испанцев корпорация принадлежит. А вон, так, троллейбус у нас голубой. А вон у нас автобус. Видишь, зеленый. Он такой же Солярис. Они, в принципе, весьма похожи в плане корпуса. Ну, конечно, разные. Солярис — эта фирма, она пошла по пути Икаруса, то есть сделать дешево, качественно и надежно. В принципе, то, что надо. Не могу сказать, что я совсем уж в восторге от этих автобусов, но нормальные, нормальные, могло быть хуже. Самое главное, там можно гаджеты заряжать. Вот не устаю ругать Таллин, гаджеты можно заряжать в автобусах, если они новые. А кто бы мне объяснил, почему гаджеты нельзя заряжать в трамваях? Ну смешно же, трамвай же электрический. Ну вот, не положено по технической документации, а дальше доделать денег... О, ну нам вообще повезло, смотри. Вот это, вот он, доставщик еды старшим. Так, и что он собирается делать? Так. И что? Прям интересно стало. Вон, кстати, еще один. Наверное, они здесь живут, и поэтому здесь просто тусовка, где демонстрируют этих роботов. Это именно робот, то есть он автономный. Единственное, что если ему уж совсем хреново, и он не может понять, что происходит, то тогда, да, тут явно их делают, то тогда он вызывает оператора. Оператор включает камеру и уже смотрит. Да, походу они тут действительно демонстрируют, и видишь, на нем написано... Когда голоден, я помогу. Да нет, ты скорее с голоду умрешь, чем эта хрень со скоростью 6 км в час до тебя доедет. Но в любом случае это интересно. Давай посмотрим. Вон еще один едет. Так, мы ему дышать не будем. И здесь они явно на подзарядку встали. Вон тут большой трансформатор. Прикольно. Теперь я сам увидел, как подзаряжаются эти роботы. Я не знал. Да, они здесь, видимо, просто демонстрационно катаются туда-сюда. Так, давай тогда... Видимо,
по этой дорожке. Давай тогда посмотрим, как он развернется и назад поедет. Пойдем к нему навстречу. Ну, где ты еще такое увидишь? Роботы — эстонское изобретение. Я не знаю, какая от них реальная польза, но прикольно, да. Так. И чё? Никуда они не едут. Они обиделись. Не хотят светиться. Ладно, тогда пойдем вперед за этим роботом. Это какая-то обратная сторона явно университета. Что-то видно, что учебное заведение. О, навстречу поехал. Давай я еще присяду на момент, когда он рядом будет проезжать. Видишь, как нам с тобой повезло? Смотри канал Хюберкася. Ты ведь еще не подписался. Сделай это. Но у кого ты еще такой эксклюзив найдешь? Ну, привет тебе, робот. Счастливого пути. Ну давай на этой радостной ноте мы с тобой распрощаемся, потому что больше я здесь ничего интересного не вижу. Я тогда уже пойду снимать, смотреть хату. И если все будет красиво, то жди от меня репортаж с нового места жительства. Потому что у папы на кухне как-то жестковато. А еще ванной нет. Хюберкаси любят ванны. Плавал я как-то в озере с кошачьими ушами. Ну что, в плавках, в темных очках и с кошачьими ушами. Это ж я, Хюберкась. Вот. И я как-то выныриваю, а там такие мужики. Ты кто? Я говорю, морской котик. Так это ж озеро. А я тренируюсь. Какие у них там столы неудобные с табуретками. Сурово так над детишками издеваться. А здесь столики какие. Зачем? Чего они там не делают? А, ну может объедут хорошую погоду. Сейчас-то у нас прекрасный таллинский ураган. Уважаю. Вот там, видишь, что это, похоже на сирену, на мегафоны вообще. Интересно. Что оно делает, я его знаю. Так, может поваляться в этом шезлонге? Время-то есть. Действительно, почему бы нет? Сомневаюсь, что существуют какие-то правила, которые запрещают Хюберкасю валяться в шезлонге, правильно? Давай поваляемся. А мы с тобой на этом тогда попрощаемся. Пока-пока. Не забудь подписаться. Ну, пожалуйста, мяу.